Добрый день, мои дорогие. Мы снова приехали в эту клинику, привезли внучку. У нее температура и рвота. Рвет какой-то желчью. Дали, давали регидрон, но ничего не помогло. Началась повышаться температура, и мы сразу незамедлительно приехали сюда. Звонила доктору в Украину, педиатру, сказала, дайте противорвотные таблетки. Но пока с этим повременили, приехали сюда. Что нам скажет этот доктор на месте? Пусть ее посмотрит. Осмотр проведет. Какой-то дежавю. Ровно 7 дней, и мы снова в Сиэтле. Сегодня воскресенье, у них праздник и выходной, но есть дежурный врач. Сейчас они сидят на осмотре, вот они сейчас за моей спиной. Там в том кабинете. Совет. Лично от меня приезжайте за рубеж, покупайте страховку для ребенка. Не жалейте на это денег. Потом отдадите больше. Будьте здоровы. Нас отправили на анализ. Сегодня воскресенье, Турция все отдыхает, тем более сейчас праздник. Вот поэтому принимает нас дежурный врач. Ну, назначил анализы, сейчас посмотрим, что там. И надеяться, что ничего опасного нет. Больница, вот такие рыбки. На второй этаж там принимает педиатр. Сейчас мы заплатим. Стоимость условий 410 лир. Можно рассчитаться картой. Все. Сегодня нам УЗИ не делали, поэтому на 500 лир дешевле. Но анализ дали и были у врача. Выписали нам антибиотик, пробиотик, выписали нам свечи от рвоты, заметьте, не таблетки, это очень важно. И поехали мы искать аптеки. Какой-то вирус мы все-таки поймали, будем лечить. Объехали мы весь Махмуд-Лар, все аптеки закрыты, сегодня воскресенье. Еще сегодня заканчивается праздник Курбан-Байрам. Поэтому мы объездили Кестель, мы объездили всю Аланию, заехали в Аланиум-центр, торговый центр. Там аптека была тоже закрыта, но там висит объявление. Перечень аптек, в том числе одна аптека работает в ОБА. Мы приехали сюда в ОБА, по адресу ищем. Слава Богу, аптека работает в ОБА, по этому списку, который мы в Аланиуме прочли. Вот госпиталь. Сейчас вот так вот покажу, может кому-то нужно будет. А здесь это аптека. А сейчас мы приехали за антибиотиком. Я на аптеке должна гореть буква Е. Тогда значит аптека работает. Вот такая аптека. Мы надеемся, мы здесь все купим. В аптеке очередь. Мы постоим. Мы готовы стоять, лишь бы купить наше лекарство. Мы все лекарства. Смотрите, сколько набрали. Для детей, плюс антибиотики, свечки, все здесь. И мы заплатили всего сколько? 138 лир. 138 лир. Сказали, что это за госпиталем. Ой, как мы искали, это отдельная история. Адрес показываю, они молодцы. На своем, но все понятно. Язык жестов никто не отменял. Поэтому нашли мы эту аптеку. Пришли в аптеку, все купили. Обрадовались и бежим лечить внучку. Вот за моей спиной госпиталь, и за госпиталем сразу аптека. Поэтому аптеки сейчас не работают. Не болейте сейчас, болейте в будний день. Спасибо, что смотрели это видео. Не болейте, будьте здоровы. Пока.